Ему 15 лет, боксом занимается 3 года. В ринге провел 25 боев, 20 одержал победу. Имеет первый юношеский разряд. Является победителем первенства Республики Татарстан 2019 года, призером первенства РФ 2020 года. Тренируется под руководством Шипицына. Клуб «Гарнизон». Ему 14 лет. Тренируется под руководством Ахунова.
выходу на ринг подготовить 19. Бокс! Победитель боксер Красного угла Юсупов Руслан Дельфин. Награждение боксеров проводит директор спортивной школы «Строитель» Халилов Рим Ахмадович. За второе место награждается Ахунов Степан, клуб «Гарнизон». Ваши аплодисменты. За первое место награждается Юсупов Руслан Дельфин.